Так, сейчас я проверяю. Нет, кто не получится. 30 раз не набьет. Получает пилюлю. Так, ушли сюда, сели. Вот сюда все сели. Вот сюда. Сюда все сели. Вот сюда сели. Так, садись сюда, Григорий. Я? Да. Готов? Пожалуйста. Пожалуйста, 30 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Мячик туда поставил, ракетку туда поставил. Вот теперь. И убежал. Бегом. И вон туда сел. Давай. И вон туда сел. Пожалуйста. Аджина. Раз, два, три. Стоять на месте. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Следующий. Человека. Ракету мяч на место. Пожалуйста. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ставь на место. У тебя ракетка то так, то так. Надо ее держать параллельно полу. Пожалуйста, Артем. Давай. Пожалуйста. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Убрал. Следующая, Адалина. Пожалуйста. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Есть? И да, вот, Адриночка, единственное, вот здесь даже не заметили, ты ходила. То есть это можно делать, но лучше не делать. Пожалуйста. Я не могу. Олег, не могу. Прости, пожалуйста. Все, поставил туда. Смотри, Леша, высоко поднимаешь, очень близко к себе. Смотри, нужно набивать до уровня живота. Вот здесь. Пожалуйста. Пожалуйста. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. Так, ну вот уже что-то получается, то вообще ничего не было у вас. А сейчас уже чуть-чуть набиваете. Еще раз, девочки, если вы будете играть нормально, нормально в настольный теннис, и выберете Артема, вы можете ходить потом по всему лицею. Да я в настольный теннис Артема буду. Артем будет злиться, говорит, пошли поиграем, я лучше играю. Скажешь, нет, я уже выиграл, все, уже играть нельзя. Нет, а он сказал, что ты... Я сказал, давайте реванш. Да не надо, скажешь, да я не хочу больше. Значит, вот. А мальчики всегда вначале девочкам поддаются, поэтому этим можно воспользоваться. Да. И все. Я так дочке своей подсказал, она там выиграла у футболиста. Она говорит, ой, папа, я у футболиста выиграл. Я была в 6 классе, футболисты уже в институте учились. Не знаю, как она выиграла, но я ее учил играть, но не знаю, как она. Она говорит, я выиграла. Я говорю, все, Нина, больше с ним не играю. И вот вся команда его дергала, да, Вася, у тебя девочки выигрывают маленькие. И вот он бегал, говорит, Нина, пошли играть. Она говорит, я не хочу. Пошли играть, не пойду. Он ко мне приходил, говорит, тренер, скажите, что дочка ваша сыграла. Я говорю, нет, иди не уговаривай. А как уже уговаривать? Это не мое. Маленькая.
мороженое надо было купить. Да, и девушек, когда бы он говорил. Значит, еще раз, сейчас, ручки. Сейчас мы повторяем Арункаря и Наиль. Смотрите, еще раз, я взял захват, нога впереди. Тебе, чтобы упасть, нужно встать во фронтальную стойку. Только фронтально. Только вот так. Значит, еще раз. Два движения. Убираем ногу. Раз. Руками с рук черпок. А ты старайся не сразу упасть, а сделать один, два шага. Потом на колено. Становись еще раз. Значит, еще раз. Нет, ты не берешь. Ты ставишь ручки. Я бросаю. Посмотрите, не стойте вот так вот. Взяли захват, так стоите. То есть, рука впереди, я бросаю. Нога впереди, рука. Отсюда руками раз, буквы, оп, и отсюда бросок. Так, встали. Встали. Вы. А, ты с кем берешь? Алексей, берешь его вот туда. Вот туда. Алексей, бери его. Я беру меня. Нет, ты сюда. Сюда. Ты два броска, он два броска. Вика, идите сюда, двое. Ко мне, Вика, ко мне. Девочки, ку-ку. Аделина, пошли. Берешь Михаилу и работаешь с ней. Два раза ты, два раза Михаилу. Быстрее. Так. Еще раз. Не надо пока. Это когда задняя подножка. Тут ты же стоишь, поворачиваешься, бросаешь его вперед. Давай, вперед, по два броска, два броска, два броска, иди сюда. Так. Вот так. Или захват. Берете руки и идете раз, 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 ты берешь за руку, хоп, и
делаешь бросок. Отойди, я покажу. Давай, идешь. Но дыши мне. Раз и бросок. Уходи. Следующее. Раз, ноги шире. За руку. Раз, бросок. Так, раз и бросок. Стоп. Смотри. Ко мне сюда. Вика, становишься. Становишься вот сюда, вот сюда, вот сюда. А вы становитесь сюда. Здесь ты берешь, здесь просто шею. Так, ножки пошире. Готовы? Саджимы, поехали. Пошли. И бросок. И бросок. И бросок. Ушел, ушел. Давай. Сразу ногу вперед. Сразу боком становись. Стоп, Матея. Так, я считаю. Значит, сколько у нас человек? Артем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Значит, это пять раз вы идете, пять раз. Это 30 бросов. Приготовились? Хаджи. Бросок. Ушла в ту сторону. Качай голову. Два. Три. Четыре. Эй, не толкай его. Пять. И не подходи близко. Стой там. Шесть. Только сейчас идешь. Быстрее. Семь. Уходи, уходи. Восемь. Сразу готовься, Витя. Девять. И подходи близко. Сразу держи. Десять. Заши. Одиннадцать. Не тащи за собой. Пошли, 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 пошли. Двенадцать. Руки, руки держи. Двенадцать. Не тащи, а то она на тебя упадет. Быстрее уходи. Четырнадцать. Пятнадцать. 16. Уходи! 17. Еще раз делаем шаг сюда. Ты не хочешь падать. 18. Еще 10 бросков. 19. Уходи, уходи, уходи. 20. Еще немножко, ребят. Да не толкайте его. Да. 21. 22. 23. 24. 30. Последний. Оп. Ушли 7. Дико. Стоп. Раз, нельзя скинуть. Так. Возьми просто по кругу. Три круга. Просто иди отдохни. Еще раз. Вы подходите. И если вас туда бросают, вы берете эту ногу. Конечно, вам тяжело не было. Я же вам сказал как. Ножки пошире. Наклониться. Тогда ей легче будет бросать. А вы ставите ноги высоко. Как вы так поняли? Болит? Нет, ну слава богу. Значит, сейчас берете ракетку. Все, отдыхай, пока садись там. Берете ракетку. Еще раз. Один здесь, другой здесь. Передача мяча снизу. Хоп, хоп. Понятно? Так, вы вдвоем подошли сюда. Вот три ракетки, один мяч. Значит, вы играете на Вику, Вика на тебя играет. А можно? Пошли. Так, подошли вдвоем. Держи. Вы там друг другу передаете мяч. 10 раз можно передать. Мальчики, сюда. Пожалуйста. 10 раз. 10 раз. Высоко очень. Еще раз. Подожди. Дай мяч. Посмотри внимательно. Ты должна. Отсюда. Оп. Нет.
Отсюда, если будешь играть, ты будешь себя вверх. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Хорошо? Пожалуйста. Так, ты молочишься. Вот ты отдаешь ему плохо мяч, он начинает бегать. Он тебе плохо, ты начинаешь бегать. Конечно? Нет, нет. Еще раз. Здорово. Потихоньку передавай. Видишь, уже игра, уже интересно. Садись сюда. А ты сюда садись. Артем, ракет сюда. Вот смотри, ты берешь эту рукой. Это. Давай. Раз. Окей. Вот мы. Вот еще раз. Это то подъезжай. Еще раз. Свикой сейчас играешь. Нет, это очень близко. Чуть-чуть выше надо половить. Это очень легко. Вика, нет так. Отсюда открыто. Становишься в руку. Раз. Два. Еще раз. Держи. Вперед. Вы что, меня кидаете мячик, да? Пошли, пошли, пошли. У нас мяч есть. Ну, у кого больше? Михаила, ты со мной? Ну, так играй хорошо. Стоп, Аделина, встань вон туда. Так, подойди ко мне сюда. Скажи, иди сюда. Вот если почему ты здесь бежишь, я думаю, надо быть назад. Да. Приготовились. Пошли. Кто больше? Дай мяч. Ну, смотрим. Давай. Так, стоп, Матея, так, сейчас, мальчики сюда, девочки сюда, мальчики сюда, вот это делать не надо, сказать почему, если ракетка вырвет, то попадет в лицо, садись сюда, нет, потом твои родители будут выживать, ты любишь родителей, ну так зачем тогда им делать плохо? Если тренер говорит, ты должен мяч держать. Смотри сюда в середину. Девочки здесь. Раз, два, три. Девочки, раз, два, три. Раз становится, два, иди туда. Нет, верни. Аделина сюда. Вика, вот сюда. Как лицо? Мяч. Сюда. Два. Мяч. Вот здесь стоишь. Нет. Алеша сюда становится. А, три на три? Мяч. Мячик тут. Ставь сюда. Мячик там. Держишь? Значит, у тебя есть мяч? Нет. Нет. Держи. Значит, что? Сейчас вы играете. И если мяч идет ниже, рассюда лицо, вот команда стоит. Если мячик ниже пояса, то вы очко проигрываете. Подача снизу и передача, все стараться снизу. Вы готовы? Да. Пошли. 1-0. Так, стоп! Послушай меня. Знаешь, сколько лет этой ракетки? Вот этой ракетки больше, чем тебе. Да, я еще не сделал, потому что вот с утра специально. Если ты будешь бить, она поломается. Тебе дали ракетку? Не бей. Приготовились? Ну, ушел. 1-0. По очереди подаем. Ты подаешь, чтобы он. Давай. Раз, два, один.
сильно подает.